Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма стало настоящей драмой для 6 тысяч человек, которым пришлось бежать, спасаясь от раскаленной лавы. Огненные фонтаны в небе обитатели и гости Канарского архипелага заметили в воскресенье, а днем позже лава добралась до населенных пунктов. К сегодняшнему дню раскаленная масса, движущаяся со скоростью 700 метров в час, разрушила почти 200 жилых домов, столько же строений местного агросектора, уничтожила урожай, загрязнила подземные воды. В первые сутки после извержения была организована эвакуация. Правда, многие считают, что островитян следовало переселить раньше, так как сейсмологи предупреждали о грядущем извержении как минимум за пару недель, фиксируя подземные толчки в районе Кумбре-Вьеха. Там, где власти опаздывают, на помощь приходят волонтеры. На острове в рекордные сроки организовали сбор и передачу нуждающимся продуктов, лекарств, предметов первой необходимости. Десятки добровольцев принимают, сортируют и распределяют поступающие вещи. Их передадут семьям, которые из-за извержения вулкана лишились всего.